Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я решила приготовить отличный вариант для обеда или ужина. Сегодня запекаем курицу с картофелем в духовке. Это очень вкусное блюдо, вам понравится! Давайте же скорее начнем! Поехали! Для начала займусь картофелем. Очищу его от кожуры. Картофель очищен. Картошку разрезаю на 4 дольки. Картофель, но побольше, можно разделить на дольки побольше. Лучок разрезаю полукольцами. Заранее замаринованную курицу выкладываю в форму для запекания. Все ингредиенты для маринада я оставлю в описании. Мариновала я курицу целую ночь. Здесь у меня все части курицы, кроме спинки. Спинку я убрала для бульона. Курица, выкладываю овощи. Сначала картофель, а потом лук. Так красиво разложу. Теперь лук. Тут на стол немножко лука. Теперь к овощам добавляю чеснок сушеный, соль и розмарин. Теперь все это поливаю маслом. Масло у меня растительное, без запаха. Перемешаю. Эту красоту поливаю томатной пастой. Томатную пасту я развела обычной питьевой водой. Перемешаем. Форму накрываю фольгой. Накрыла фольгой нашу формочку. Теперь в ней проделываю зубочисткой несколько дырок. Это для того, чтобы выходил пар. Отправляю блюдо в духовку выпекаться при температуре 200 градусов 40 минут. Прошли 40 минут. С блюда убираю фольгу. И блюдо опять отправляю выпекаться в духовку на 15-20 минут. Повышаю температуру до 250 градусов, для того, чтобы наше блюдо зарумянилось.
Всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! Увидимся в следующих видео! Пока-пока!